Картинка может не совпадать по той простой причине, что видео будет ускорено в 3 раза, а аудиозапись будет идти независимо от того, что происходит на экране вот в данный момент у вас на компьютере. Ночевал на трассе Амур близ города Биробиджан, кафе у Коляна. Нормальное место по сравнению с тем, что на протяжении сотен километров вообще нет стоянок для отдыха. Но считаю, что вот это место у Коляна, оно считается для меня нормальным, комфортным. Хотя, конечно, до комфорта там далеко. Это общение дальнобойщиков в эфире, вы слышите. Что-то все говорят, он молчит за него, запускай нахуй. Будет присутствовать ненормативная лексика. Вот. Это колесо от самого Хабаровска, говорят. Ненормативную лексику постараюсь удалять, но не сердитесь, если где-то что-то пропущу. Идет 10-й день движения. До Владивостока, до места финиша осталось примерно 800 километров. Ну, думаю, проехать километров планирую, как получится, не знаю. Километров 700, остановиться на привал. Движение не очень комфортное, видите, туман
не знаю, видеорегистратор передает или нет реальную картинку. К сожалению, он не может передать всю гамму красок, ту панораму, которую наблюдаешь во время движения. Но что-то будет, что-то будет. Для тех, кто подхватит эстафету и будет записывать видео о маршрутах, конечно, для передачи более качественной картинки нужно приобретать серьезную аппаратуру. Но, как говорится, на безрыбье рак рыба. Что имеем, то имеем. Не сердитесь. Не судите строго. По всей трассе от Читы до Хабаровска радио ФМ только вблизи больших городов, больших средних городов. Вот, например, сейчас приезжаем в Еврейскую автономную область, тут в Биробиджан еще радио ФМ ловит. А далее опять Китай, китайская речь, китайская музыка. Но то же самое будет наблюдаться и от от Хабаровска до Владивостока. Чтобы не было скучно, запасайтесь автономной аудиосистемой. Я записал на плеер музыку, поэтому когда совсем тоскливо, включаю ее. Ободрить немного и дает расслабиться, уснуть. Соблюдаем скоростной режим 80-85 км в час. Самый экономичный режим движения и, на мой взгляд, самый безопасный. Потому что стоит задача не только проехать это расстояние, но и доставить автомобиль в целости и сохранности. Какие впечатления о прошедших днях? Сейчас трудно вспомнить, что было 2-3 дня назад. Наступило второе дыхание. Обычно оно наступает у меня на третий, четвертый день движения. Сегодня, как я уже сказал, 10-й день. Уже давно еду на втором дыхании. Видео, которое размещаю в Ютубе, оно в основном предназначено для тех, кто собирается в дальнюю поездку, там, в туристическую поездку на своем автотранспорте и нуждается в информации об инфраструктуре, состоянии дорожного полотна и так далее. Ни в коем случае не является рекламным роликом для того, чтобы привлечь молодежь заниматься такой работы, например, как перегон автомобилей или работа дальнобойщиком. Прошу понять правильно, вот это не реклама. Работа достаточно тяжелая, сложная. Не хотелось, чтобы у вас создалось впечатление, что это поездка, какое-то развлекательное мероприятие. Нет. Плюсы. То, что вот вы наблюдаете вокруг себя, нигде больше не увидите, как вот только на трассе в реальном времени. Знакомитесь с Россией, с природой. Заработать денег,
получится. Не очень оплачиваемая. Что у дальнобойщиков, что у перегонщиков, не очень оплачиваемая работа. Плюс ко всему расходы вот на эти, на стоянки, на парковки. Например, на трассе Амур, я только один раз, по-моему, заплатил за ночевку. Так, кругом парковки бесплатные. Не, на трассе Амур я один раз заплатил, да, 100 рублей. А так, в основном, Бурятия, Амурская область, Хабаровский край, тут за ночевку, за стоянку денег не берут. По всей вероятности, потому что тут хулиганство и безобразие просто-напросто нет. Интересная, приятная новость — это то, что на протяжении от Екатеринбурга, по крайней мере до настоящего момента, ни одного мошенника на трассе не встретил. Это хорошая новость. Или уже с ними навели порядок правоохранительные органы. Может быть, они перебазировались в другое место. Может быть, совесть у них заела, стыдно им стало, поэтому они переехали, прекратили этим заниматься. Не знаю, но факт есть факт. Пока ни одного мошенника с перстнями, с кольцами на трассе не встретил. Начинается туман. Ну, видимость метров 200. Радио ФМ еще ловит. Но уже с помехой идет. Повторяю, что это пробный вариант. Надо будет работать далее над тем, как разнообразить видео, кроме просто видеоинформации, еще чтобы были какие-то комментарии вкусные. Как это сделать, еще пока не знаю. Может быть, фрагментами вырезать, но накладывать, потом ускорять. Представляете, какой будет голос. Вчера, когда въехал в Хабаровский край, я остановился на привал. Та развилка была от трассы Амур на Якутск. Погода была ясная, солнечная. На другой день, имею в виду. Вот. Но на горизонте, в районе Хабаровской области, скажем так, уже наблюдались, ну, вы и на видео, наверное, заметили, такая небольшая облачность на небе. Вот мы сейчас реально находимся вот в этой зоне. Моросит мелкий, морось такая, не дождь, а морось, ну, туман оседает на лобовое стекло, приходится включать дворники. Даже не знаю, что говорить. Я буду благодарен, если вы в комментариях подскажете тему разговора, на что обратить внимание, что прокомментировать, что вас интересует. Не забывайте про пальцы,
особенно если ставите палец вниз, то большая просьба писать, что не понравилось, что исправить, что добавить, изменить. Хотелось бы, конечно, максимально информативнее вам предоставить информацию, информативнее информацию, технология. Хотелось бы как можно больше предоставить информации, видео и аудио, поэтому нужна в этом плане будет ваша помощь. Вот скажите, что вас интересует, какие моменты, на чем остановиться. Скорость сейчас 80. Это квакнул дальнобойщик. Так, переезд, по-моему, здесь сбрасывает скорость. Нет, населенный, да, и переезд, но переезд открыт. Сейчас пытаюсь как бы от комментаторов футбольных матчей, спортивных соревнований перенять манеру, что ли, перенять опыт. Очень сложно, оказывается, не знаешь, что говорить. Автомобиль оснащен, я с собой постоянно беру в дорогу радар-детектор Парктроник, который Белтроник, который информирует об излучении на расстоянии до 5 километров. Так, проехали указатель дорожный до Хабаровска 130 километров. Кроме этого, маячок, мониторинг автотранспорта на трассе. То есть те, кому это нужно, сейчас отслеживают мое движение. Он показывает направление движения, скорость и местонахождение, где находишься с координатами и другой информацией. Основной видеорегистратор Экинори, там тоже в нижнем левом углу отражаются координаты места съемки, а также название трассы и скорость движения. С правой стороны дата и время. Время указано московское. Сейчас, по-моему, в Москве. Скажу, 1:30 ночи, ну а здесь, как видите, уже вовсю светло. То есть сказывается разница в часовых поясах. Дальнобойщики общаются, один предлагает другому обогнать его. Ну, в туман, профессионалы, разве так можно делать? Сейчас... Да, обогнал его. Он поблагодарил.
температура за бортом 12,5 градусов. Нормальная температура. Немного скажу о заправках. Общая такая картинка следующая. Значит, самый дорогой бензин — это в Якутии. При цене, например, в европейской части России 32-31 рубль за литр, в Якутии он стоил 41-50-42 рубля. Сейчас, на сегодняшний день, например, в средней полосе бензина, в Кемеровской области, например, бензин стоит 32 рубля с небольшими копейками, на трассе Амур 41,60, 41,50, 42 рубля. Вот такие цены. Вот в Хабаровском районе, вот мы уже подъезжаем к Хабаровску, там где-то 125, наверное, километров осталось. Тут бензин тоже разнится. Вот я заправился по 37,60, вроде бы. Вот, проехал буквально 2 километра, 35 рублей. Лоханулся. Знал бы приток, жил бы в Сочи. На протяжении этого перегона от Екатеринбурга до Владивостока наблюдал несколько аварий, то есть последствия аварий. Это в Забайкалье водители отказали тормоза. Там нужно тормозить двигателем. Но, видать, пренебрег этим советом, этой рекомендацией. В результате перегрев тормозов, и машина улетела с дороги. Ну, никто не пострадал. Машина лежит на боку. Ну, наверное, просматривая видео, вы это увидите. А немного попозже, где же это было, сейчас трудно вспомнить, водитель или отвлекся, или уснул за рулем, выехал на встречку и вперся в этот, в отбойник. То есть серьезное повреждение системы охлаждения, возможно, двигателя. Я не останавливался и даже скорость не замедлял, не знаю, заметите вы это или нет. Где же это было, дай мне Бог в памяти. Дело в том, что идет, все сливается в один день. Все впечатления, все эмоции за 9 дней, они как бы слились в один день. И поэтому сейчас трудно по памяти восстановить, где это было. По-моему, за Красноярском вот фура, который уснул или отвлекся и влетел в отбойник на встречную полосу. Слава Богу, никого попутного не поймал. Концовка вчерашнего дня была тяжелая. В том плане, что шел дождь,
туман, дорога скользкая. Было тяжело, но самое главное, то, что было опасно. Нужно было улететь с дороги. Дай Бог повредить автомобиль. Основная цель – это доставить автомобиль в целости и сохранности. Это пищит радар-детектор, где-то излучение. Он реагирует практически на все виды излучения. Может, камера стоит, может быть... До Хабаровска 100 километров. По всей вероятности, он сейчас реагирует на эту вышку трансляции. Кроме того, что на трассе Амур практически отсутствует радио FM, на больших участках вообще отсутствует телефонная связь. Позвонить, конечно, можно. Но нужно иметь в виду, что тут очень хитро устроена система телефонной связи. Китайские операторы как-то перехватывают сигнал мобильника, соединяют с оператором, с кем нужно, но взимают такие деньги, что мало не покажется. Например, за 4 или 5 минут разговора, это вот прошлые разы, с меня сняли более 700 рублей. То есть, получается, минута разговора обходится примерно в 100 рублей. Чтобы оценить, сколько это... можете сравнить там с курсом доллара. То есть передали там доллар, по-моему, стоит 66 или 67 рублей. Вот, пожалуйста, примерно полтора доллара минута разговора. Это с оператором МТС. У меня кроме МТС еще есть Билайн и Мегафон. С Мегафоном там попроще. Там практически деньги взимает только Мегафон. То есть или не перехватывает китайцы, не знаю почему. Но по Мегафону можно звонить, и тариф достаточно приемлем. А вот МТС – вот такая вот фигня. Я разговаривал с аборигенами, говорю: ребята, что у вас за тарифы? Вот, они смеются и объяснили мне, что это китайцы снимают деньги. Как они общаются сами, я не знаю. Но я не думаю, что в Хабаровске
тоже верховодят китайцы. Вот такую тонкость имейте в виду, если вдруг поедете в эти края, чтобы не оказаться в ситуации, когда на мобильнике у вас не будет денег или будете разговаривать в кредит. Потом будете удивляться, почему такие огромные расходы. Так, туман рассеялся практически. Ну, колонна идет со скоростью 95 километров. Из колонны не выбиваюсь, двигаюсь наравне с дальнобойщиками. Стараюсь всегда на трассе двигаться за большими машинами. Тогда, когда в этом есть необходимость. Когда интенсивное встречное движение или плохая видимость. Во-первых, дальнобойщик на себя принимает вот этот свет фар. Ты как бы прячешься за него. Ну и во-вторых, не дай бог, если что, весь удар приходится на ведущего. А в остальных моментах, на остальных участках, стараюсь двигаться так, чтобы впереди никого не было, максимально эффективно снять панораму окружающей природы. Чтобы не смотреть тупо зад впереди идущего автомобиля, а немножко в перспективе понаблюдать картинку. Так, до Владивостока показывает навигатор, осталось 876 километров. В принципе, сегодня при удачном стечении обстоятельств можно быть во Владивостоке. Ну, не знаю, ночью приезжать во Владик и передавать автомобиль в темноте, да еще нужно его на автомойку загнать. Несмотря на то, что вчера был дождь на асфальте, все равно машина нечистая. Проезжаю населенный пункт Белогородское. Село, по всей вероятности, Белогородское. Ребята отдыхают из магазина, кофе пьют, у меня кофе с собой. У Коляна на стоянке приготовил кофе, потихоньку выпиваю его. Вчера сбрасывал видео на внешний жесткий диск, уже 25 роликов. Так, очередная АЗС.
95-й 38, 92-й 36, 50. До Смедовича 4, Волочаевка 60, Хабаровск 105 километров. Вчера на русском радио прозвучала такая шутка, анекдот, что якут, что видит, то и поет. Поэтому с ним никто в баню не ходит. Я вот не знаю, что вот сейчас петь, что вижу. Насколько это интересно будет. Ну, эксперимент. Пошел на обгон. Сейчас обгонит, поблагодарит в эфире. Жига, ты сейчас тоже казанул, то у тебя это чернота болезнь. Ребята, большая просьба, в эфире не употребляйте, пожалуйста, мат, я веду аудиозапись маршрута. Я веду аудиозапись эфира, большая просьба использовать нормативную лексику. В сторону как идешь запись? В сторону Владика. Плохо тебе. Не понял? Я говорю, ну плохо тебе, как без мазов-то? Говори пи-пи. Это видео и аудио записи будут в Ютубе выложены. Что, про дороги снимаешь? Ну да, полную информацию для тех, кто вдруг поедет вот по этому маршруту, чтобы видели, какая дорога, где можно на ночевку остановиться, заправки, ну и так далее. Полезное дело. Ну, для автотуристов, для тех, кто собирается первый раз в дальнюю поездку, это вещь нужная, конечно. Как канал-то называется на Ютубе? Английскими буквами наберешь ASG 1207-1952,
Ну а там на плейлист, там у меня много этих роликов, и Хабаровск-Москва, Хабаровск-Якутск, Владивосток-Москва, ну и так далее, практически вся Россия. Вот сейчас веду запись от Екатеринбурга до Владика. И сколько по часам-то у тебя эта запись? Ну, запись непрерывная, но в целях того, чтобы не было муторно и нудно смотреть, я ее ускоряю в 3 раза. Вот. Ну, примерно в день выходит ускоренные записи, ну, часа 3. Только вот это АСГ, я уже забыл, что там за цифры. Ну, так можно набрать, да? По парам, по Москве. АСГ можешь записать 12-07-19-52. 12-07-19-52. Ну, я... Можешь набрать... Я не знаю, даже в поисковике он даст такую ссылку. Сейчас подумаю, подожди-ка. Ладно, принято, не заморачивайся, найдем. Попросил ребят, чтобы максимально были корректны, как видите, любезно согласились. Обходи, обходи, я придержу немного. Я на маленькой машинке.
одной карты памяти на регистраторе хватает примерно на 5 часов непрерывной съемки. То есть примерно через 5 часов нужно будет остановиться и заменить карту. Иначе первые ролики будут стираться. Как ехать через город или по объездной, пока не знаю. Так, погода вроде бы налаживается. Небо проясняется. Надолго ли, не знаю. О, пошел на обгон. Успеет, придержит. Подъезжаем к Амуру. Мост через реку Амур. Охвачены дорожным строительным бумом. Поднимаемся к мосту через реку Амур. На мосту через Амур. Величавая река. Огромная. На видео, к сожалению, это не видно. Thank you.
Амур, батюшка. Волга, матушка. Величавость реки, к сожалению, и возможности остановиться, снять тоже нет. Поверьте на слово. Красоты, конечно, непередаваемой. Амур. Спокойный в своем величии. Преодолению рецессии в экономике. На совещании с министрами по подготовке бюджета он указал на необходимость найти баланс между поддержкой экономического роста и сбалансированностью бюджета. Глава государства подчеркнул, что дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП. По словам Владимира Путина, ситуация в экономике непростая, но не критическая. Центробанк собирается обязать банки запрашивать у клиентов согласие на платежи. Таким образом, регулятор намерен обезопасить проведение электронных переводов, пишет «Коммерсант». Новация коснется как граждан, так и компаний. Совершая оплату в интернете, клиент должен будет получить код подтверждения и ввести его на сайте. У компании это подтверждение проводится через специальное устройство, на котором записаны реквизиты. В качестве способов подтверждения рассматриваются смс-сообщения, скретч-карты, получение одноразовых кодов в банке, а также криптокалькуляторы, где клиент сам набирает сформированный банком код. Непростая ситуация складывается с финансированием новых проектов, которые предлагает малый и средний бизнес в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, за 7 месяцев этого года в крае объем кредитов банками для юридических лиц сократился на 40%. Об этом стало известно на конференции в правительстве края. Там обсуждали новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, а также проводили так называемые краш-тесты. Они помогают предпринимателям лучше понять, какие требования банк предъявляет к их инициативам. Официальный курс валюты сегодня доллар 66 рублей 17 копеек, евро 73 рубля 96 копеек. Пока это все. Удачного дня и до встречи в эфире. Помощь не попадала.
Мы в Хабаровске. Твои рваные джинсы и монгольские скулы угнались за злобой моей и тайной злобой моей. Работает радар. Тоже есть специальные призы. Я давайте напомню, что 30 сентября мы все встречаемся в Хард-Рок кафе на Арбате и смотрим матч ЦСКА ПСВ. Причем не просто смотрим, а делаем это под комментарии от Дмитрия Дерюнца и Александра Купнова. Начало матча в 21:30. И у нас, кстати, на кону спецприз от Хард-Рок кафе на Арбате. Сувенир. Да, да. Участник у нас уже, кстати, да. Завоевать этот сувенир попробует Алексей. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, Алексей. Как считаете, нужно ли поднять возраст продажи алкоголя до 21 года? Да я думаю, что не стоит. Мне кажется, ничего тут не изменится абсолютно. А вот говорят, что когда запретили ночью продавать алкоголь, резко уменьшилось количество преступлений. Я считаю, что на алкоголь-то менее внимания обращают, чем на наркотики, я так думаю. Ну, они вообще запрещены, а значит, никто и не потребляет. Они запрещены, да. Хорошо. Их можно приобрести, наверное, и днем, и ночью, и когда угодно. Да, там не регулируется, к сожалению, законодательными актами. Ну что, Алексей, давайте играть. Пить или не пить? Вот в чем бы. К миру футбола вам нужно будет громко, быстро, весело сказать «Гол», если не обманывается, сказать «Штанга». Готовы? Хорошо. Поехали, Сильвестр Сталлоне. Ты была моей тайной. Алло, Мальдини. Новой. Диметрио Альбертини. Гол. Федерико Беллини. Штанга. Маруан Феллайни. Штанга. Джонни Депп. Штанга. Так, подождите, Маруан Феллайни, почему штанга с двух слов? Ну, я не думаю, что это футболист. А на Комсомольце все время по городу прямо ехать, а? Гол, но уже... Куда бы федералки так и не увидишь, что по Рудавке уйдешь, болел и все. Принял, спасибо. Мы зачтем этот вариант Алексея. А никто не знает номер телефона, вот бензовозик гоняется по 30 или по 32 рубля, солярку продает. На турнире сыграть следующим Сергей. Здравствуйте. Привет. Сергей, называй имя, фамилию человека, если относится к миру футбола, говорите гол, если относится штанга, готовы? Да. Поехали, Сильвестр Сталлоне. Штанга. Паоло Мальдини. Гол. Диметрио Альбертини. Гол. Федерико Феллини. Штанга. Маруан Феллайни. Гол. Джонни Депп. Штанга. Джордж Бест. Гол. Тариба Уэст. Гол. Вуди Харрельсон. Гол. Вуди Харрельсон. Штанга. Кто такой Вуди Харрельсон? Ребят, но я все слышу. Я все слышу. Сергей, кто такой Вуди Харрельсон? 4 километра 200 метров. Thank you.
заточку заберешь, мужик спрашивал. Что там тому говорят? Спрашивал на базе, что пизды нету, блядь. А вот, братуха, проезжаю, вроде нету никого. Приеду, добро. Придурок. Thank you.
твои рваные джинсы, не могу тебе Хрен знает, как сделали перекресток, блин.
ребята, расскажите что-нибудь о трассах, о дорогах, поделитесь своим мнением, впечатлениями с теми, кто будет видео просматривать. Чистота 102 и 1 FM.
Сейчас вы в город направо, да, уходите там? Да хуй сейчас навигатор заведу. Видно будет. Он Олега подскажет, прикинь, сейчас подскажет, где уходить лучше. Как лучше, через город или по объездной? Самый последний плетусь в хвосте. Да, посмотрю сейчас, как лучше будет. Маленький, конечно, через город. Сейчас сколько местного времени, интересно? Плюс 2. Ну, чтобы не попасть в час пик в эти пробки. По-моему, сейчас пик прошел уже. Вчера был день отказа от автомобильного транспорта. Предлагали всем пересесть на общественный. Ну и в Москве все подумали, ага, все пересядут на общественный, а я ломанусь на своем. И в итоге все оказались в жуткой пробке. Все друг друга обманули. Ну да, когда вот, как в анекдоте, решили мужики собраться и выпить. И чтобы не было там косых взглядов, сказали, давайте вот принесем все по бутылке водки, выльем в одну емкость и будем пить. Ну и каждый подумал, если я принесу бутылку воды, ее незаметно будет. В итоге все пили воду.
понял, спасибо, дружище.